Приветствую. Подпишитесь на канал, ставьте лайк, я буду очень рад. Да. В Альтенбанк есть разделить счет. Да, заходим в переводы. То есть вы, например, с друзьями хотели покушать в ресторане, потом в кино, да. Вы можете разделить этот счет. Да. Переводы и разделить счет с друзьями. Так, вот входящие запросы, создать запрос. Так, нажимаю создать запрос, выбираю свою карту. Угу. Так. Здесь выбираю контакт. Этот контакт должен быть клиентом Альтенбанк. Так, я выбрал контакт. Все. Еще могу выбрать, я могу удалить. Так, например, мы покушали, сходили в кино на 10 тысяч. Вот. Я 5 тысяч, он 5. Нажимаем. Добавить тему могу. Продолжить. А, ну, добавить тему, кстати, извините. Обязательно. Нажимаем продолжить. Ваш запрос отправлен. Ожидайте поступления средств. Так, история. Так, тут на 50 тенге отправил запрос. Так, с нажатием сюда. Вот, получатель. Угу. 10 тысяч статус. В ожидании. Так, история будет здесь. К вам нет запроса на оплату, вы никому не должны дать. То есть разделить счет с друзьями — это удобная функция, с которой можно распределить сумму на всех без сложных подсчетов. Ставьте лайк, подпишитесь.